Ну, я попал в футбол благодаря своему отцу. И мой отец очень любил футбол. Я смотрел футбол с ним вместе 3 часа ночи. 16 лет я уже, где я учился в школе Токтагула, после обеда помогал по футболу покойному моему учителю Юльчибаеву Абдуманапу. В 1991 году наша сборная приехала сюда на трудовые резервы, тогда был турнир. И с этого турнира помощник мне пришел на игру. И Альберт Иванович Широков, Юра Ярошенко, Бенян Саныч, тогда были Балабай. И вот они пригласили, попросили, чтобы я отсудил игру. Я на линию отсудил, сказали, у тебя хорошо получается, не хочешь ли ты судью быть? Я сказал, не, я не хочу, я вообще судей не люблю и не хочу. Познакомился с Волковым Владимиром Яковлевичем, вообще ее. Заинтересовал, взял свисток, посудил детей, потом на сборах сюда приехал. И оттуда все началось у меня. 26 лет я получил судья ФИФА. В 97 году, 26 мая, у меня был первый матч. Это тогда 30-32 года, да. Мы с Равшаном познакомились. И был хороший человек, очень хороший инструктор. Абдулназри инструктором был. ФИФА выбрал нас. Я готовился, но приглашает за 2 месяца, чтобы готовиться к каждому турниру. До турнира есть норматив. Если вы норматив сдаете, вы остаетесь. Если норматив не сдаете, вы уезжаете домой. Там жесткие требования. Нас пригласили на чемпионат мира в Канаду. Ю-20, помню, мы с собой мед брали. Мед забрали у нас в Амстердаме. Это никогда не забуду. Все ошибаются. Если вы чуть-чуть не так, у вас получается судейство, на следующий день домой отправляют. ФИФА жесткое требование. Концентрация и психология, и те люди, которые рядом со мной были, я думаю, сам Бог послал их. Благодаря. Не только я один это сделал. Я сделал с обществом, людьми, которые мне навстречу шли. Многие не верили, и здесь многие. Понимаете, везде конкуренция есть. Только мозг человека и его концентрация, и вот здесь чистая душа доводит того уровня, который он хочет достигнуть. Они сомневались обо мне. Но я доказал. Я доказал, что я свою страну покажу, где надо. Только с хорошей стороны. Моя мечта есть, чтобы не один судья, а судейская бригада, 4 человека на чемпионат мира поехали.